Огромный круизный лайнер на фоне исторических зданий Венеции. Такой картины здесь больше не будет. С 1 августа судам водоизмещением больше 25 тысяч тонн запрещено входить в Венецианскую лагуну. Впускать будут лишь корабли короче 180 и ниже 35 метров. Новый закон одобрило правительство Италии. Он должен защитить и природу, и историческое наследие города. Также это решение помогло Венеции избежать смены статуса в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Город могли причислить к объектам, находящимся под угрозой. Местные органы культуры и жители города уже много лет требовали не впускать большие суда в Венецианскую лагуну. Они загрязняют морскую экосистему, а также поднимают волны, которые постепенно разрушают фундамент зданий. Более 6 лет назад власти запретили навигацию по центральным каналам Венеции судам водоизмещением более 94 тысяч тонн. Однако это не избавило город от захода в лагуну других крупных лайнеров. Правительство наконец-то установило определенные сроки и убрало этих монстров из центра города. Но сразу же на ум пришли другие вопросы о том, что проблему нужно решать в долгосрочной перспективе. Сейчас правительство предлагает построить порт за пределами лагуны, но это не устраивает ни сторонников, ни противников запрета. Защитники города хотят, чтобы лайнеры вообще не приближались к лагуне и не вредили природе. А пострадавшие из-за новых правил работники считают, что строительство нового порта продлится долго, и все это время им придется сидеть без заработка. Впрочем, правительство обещает им компенсации.